Сейчас вот поговорил с одним посетителем ярмарки о книжке «Деньги – это любовь». Он сообщил мне, что это название не нравится ему, даже хочется отойти. А я сказал о том, что это выбор наш, как относиться к этой сфере. Ну и мы можем нейтрально относиться, это уже более-менее. Мы можем с любовью относиться и наполнить эту сферу жизни любовью. Или можем относиться там, со страхом, с ненавистью, как у многих это сидит в подсознании. И вот в этой книжке Клаус Джоу сознательно, шаг за шагом, изменяет свое отношение к деньгам на позитивное, положительное, на любовь.